Я тут все быстренько поставлю, я отошел уже. Ну ничего. Так, сейчас это уберу. Сейчас, постой, постой. Так, добрый день. Добрый день. Игнатий Тихонович, ну как мы сегодня вопросы будем разбирать или уже на завтра оставим это? Нет, нельзя на завтра. Это не в моем духе. Да, потому что я через полтора часа на работу иду, и как раз у меня есть полтора часа. Ну хорошо. Тут за это. Дольше сегодня у нас было изучение Библии. Ну ладно. У вас там ничего не закачивается сейчас? Закачивается. Давно уже закачивается. Но оно, я думаю, не помешает сильно-то. Я вот растягиваю, как угол говорили. Ну это да. Просто мне нужна ваша хорошая картинка. Я же со своего снимаю. Ну, оно не сильно влияет. У меня просто никак нельзя. Очень большое собрание было. Я включил, я же не знал, что это будет. И она закачивает один ролик у меня часов 5,5. У меня очень медленно идет, но я качаю, качаю круглосуточно. Ладно. Тогда, так, ну, как же поступить? Мне просто нужно, ваше лицо мне нужно в большом виде. Ну тогда что сделать в большом виде? Я тогда дам этот, когда кончится автозапись. Ну там ведь будет, там будет мое лицо в большом виде, правильно? Ну да. Ну, мое лицо. Кому оно нужно? Ну, а сейчас вам видно, что я растянул свое? Не, у меня, я сейчас вижу вас просто, но я вижу вас в очень плохом качестве, так как у вас закачка идет. Нет, у меня нормально, вот я нормально вижу, я-то вижу нормально. Ну, потому что вы сами себя видите. А когда что отправляется ко мне, то с, ну, с нарушением. Но, так, ну ладно, вы если мне скинете... Просто... Скину, давай. Может, просто может проблемы из-за этого возникнуть, я непредвиденные. А какие? Из-за этого. Ну вот то, что вы скинете, а там будет наполовину порезано одно, другое, я не смогу вас оттуда полностью вытащить. Как бы, чтобы меня не было видно, а было видно только вас. А почему? Когда вот вопросы задают, так обоих видать, а почему один должен быть? Ну, формат такой. Я не знаю, у меня сколько записано, и кто со мной беседовал, всех видать. С Сергеем я беседовал там. Ну это да, вы же это да, может. Ну давайте, можно и так будет сделать. Ну конечно. Все хорошо, давайте так. По крайней мере, так начнем. Да. Люди. Вопросы задают, присылают. Давайте. И очень много интересных. Ну тогда начинаем. Так, подождите-ка. Я тут, у меня тут не закрытые оказались. Стихотворение я тут высылал этому. Он у меня там работает, Виталий. Много. Сейчас я это все уберу. Нет, Игнат Тихонович. Я даже сейчас плохо вас слышу из-за закачки. То есть невозможно это так продолжать. Это я не знаю. Еще потому что плохо. С каждым разом прям звук все хуже и хуже. Нет. И вы уже в клеточки пошли у меня. Все, клеточки. То есть уже невозможно так. Ну это тогда что сказать на это? Тогда давайте, получается, днем. Я тогда завтра вам... Ну как днем, и для вас это не день будет. Для вас это будет. Да. Для меня это где-то в час будет, в два, а вы для вас это будет. У меня еще целый 5... час она будет качать. Целый час. Она вот у меня качает 3,5 часа или 4 даже. И это мне. Я понял, да. Ну, вы хотели как тогда? По вопросам, которые были. Ну да, которые мы как договорились. И мне как-то ее надо потом будет выключить. Все, отходите, попробуйте зайти через. Там, ну, через 40 минут, а вам никак, уже некогда. Ну да, мне уже на работу надо будет идти. Уже смысла не будет просто. Ну тогда все на этом.
Давайте тогда на завтра перенесем. Давайте. Я завтра после ночи приду, вот этот, скажите, до обед. В это время у меня не было заказчика. Во сколько будет? Давайте я завтра к вам зайду в час по московскому времени. Это по нашему 5 утра. Нет, нет, по в час по дня, нет, по московскому, в час дня. 13 часов. 13, да, 13 часов. У нас будет тогда это 13 до 4, 17. 17, ну это что получается у нас? Это 5 часов. Нет. У вас 17? Вот. Вы сейчас у вас... Нет, у нас в это время-то у вас только час дня будет, а у нас 5 вечера. Да. 5 часов вечером завтра вы зайдете. Да, да. Да. Ну вот так, тогда я записываю. Чтобы у меня не... Все, договорились. Не забыл я, привыкнуть надо. 5 вечера. Так, Вячеслав. Это у нас будет завтра 13 мая. Ну все тогда, с Богом. Больше всё, я не нужен. С Богом. Ничего не нужен. Нет, все. Спасибо. Так, все нету больше пока. Нету, что надо-то мы обсудим. Я все тут занимаюсь своими делами. Ну а там надо будет как-то обсудить сначала, как будет, чтобы у меня как-то было видно. Мне нужно, что я говорил, чтобы было видно. Там... А, давайте сейчас сделаем этот, сразу этот вопрос ну, решим. Как это? Я вам послал этот текст. Да, да, да. Это надо. Я вам скажу сейчас, как это сделать. Вам просто его надо расширить. Так, сейчас я скажу, чтобы. Я открываю его. Да, вы можете его открыть. Так, сейчас, пожалуйста. И смотрите, главное, чтобы запись велась не с камеры, потому что если она будет с камеры вестись, то это будет видно, что она открыта. А если будет вестись вот эта автозапись, то там это не будет видно. Ну, от автозапись тогда только. Да, только автозапись подойдет. Ну да, и тогда хорошо все. Вопросов. Да, нет. Вы можете поверх открывать, и ее не будет видно все равно. А ну попробуйте один вот. Первый вопрос, 462-й. Как он будет выглядеть? Давайте сейчас. Тогда номера не называйте, это не нужно. Я вот вам написал, смотрите. Вот этот материал у нас занимает при этом шрифте. Себе запишите 225 страниц, которые я вам скинул. 225 страниц. 68 вопросов. 68. 262 места из Библии. Во свете Библии, поняли как? Да, 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 да. Ну вот в каждом вопросе в среднем получается, чтобы 200 так... 64. 4, минимум 4 раза в каждом вопросе ссылка на Библию. Да. Это явно, что у вас... Я есть? Уже там большинство все прочитал. Да. И уже там изменил себе, как я вопросы буду так, создавать. Так, чтобы сильно ты... Ну, можете что-то другое, но чтобы смысл сохранился. Нет, смысл, да, это так, это для уточнения. Там, допустим, где-то подразумевается какая-то фраза из Библии, я ее зачитываю, эту фразу. Допустим, человек задает, и он подразумевает, вот, допустим, что такое велиар, да, вопрос. Обязательно. То есть я в своем вопросе вначале опишу, где это описывается, задам, и скажу, а вот что такое велиар, кто это такой? Ну, то есть вопросы вот у меня задавали живые люди, я вам говорил, как говорили. У меня записки живые. Да. А сохранилось всего только 4000, а их-то, может, было намного больше. Ну, тогда ладно. Да. Тогда сильно надеяться будем на это. Ну, да, все, слава Богу. Вы, главное, вот на 5 часов закачку не ставьте. Так, вот, а на 7, будет... на 17:00. Что тогда? Ну, как договорились, а завтра 5 вечера? Да, 5 вечера, все. Все. Ну и вот так как идет автозапись, посмотрим сейчас, я вам пришлю ее. Все, ага, хорошо, давайте. А это-то здесь я тогда могу и не снимать, или снимать все же мне? Или вы снимать? Да будете? Нет, смысла нет его снимать. Нет. А ну вот... как хотите, если только как просто там будет видно, что у вас текст идет, вот это все видно будет. Ну ладно, по-другому нельзя. По-другому нельзя. Ну, тем более, я же тут тоже снимаю.
Ну тогда Я тоже не вижу. вы текста не видите. Нет, нет. Ну все отлично, договорились. А мне снимать тогда незачем. Да, зачем? Уж третий источник и не нужен. Ну все. Все, разошлись. Ну все, слава Богу. Давайте. До завтра тогда. До завтра. Даст Бог завтра. С Богом. Обязательно. Да. Все. Отключайтесь.